Как море, как небеса, камень, бирюза. 3000 лет назад скоробей ее представлял. Много всего написано, свойства ее бесчисленны, даже от нищеты спасение и от ударов падений. И камень счастья и победы называли фируза, перус, персы. И от отравления считалось тогда спасением. Считалось, с утра на нее посмотришь, весь день пройдет беззаботно. Камень невесты на свадьбе в Поволжье одевали, и даже было поверье, отбивает точное время. Хоть в средние века только мужчины бирюзу на руке носили, без нее даже неприлично было на людях появиться. Конечно, как медь зелено-голубая бедным защиту давала, и фосфор для костей защитой станет твоей, и попавшие как-то органические остатки. Чем же прежде ты была, бирюза?